прикольные. Андрей, скажи, почему у тебя на втором телефоне посередине дырочка круглая? Потому что это чудо-чехол, который на самом деле предназначен для камеры. Но я бил его уже два раза и не хочу бить третий. Это серьезная защита. Я смотрел, думаю, что-то не так, по-моему. Я один раз режу тоже с парнем, он говорит, а почему ты бьешь по задней стороне типа телефона? А что, светло было? Там особо не видно, что он светится вообще.